Во время операции «Буря в пустыне», целью которой являлось освобождение Кувейта от захвативших его территорию вооруженных сил Ирака, Саддам Хусейн применил ракеты средней дальности, нанося удары по Израилю и Саудовской Аравии. Максимальная дальность модернизированных ракет «Скат» равнялась 500 километрам, и хотя ракеты не отличались особой точностью, эти пуски наделали много шума и по прошествию 12 лет по-прежнему вызывали опасения в соседних странах. В связи с этим в 2003 году задача поиска и уничтожения иракских пусковых установок стала одним из приоритетных для сил специального назначения США и Великобритании. Во время операции «Иракская свобода» обе страны выделили для этой миссии наиболее подготовленные подразделения, которые благодаря своему опыту, навыкам и ресурсам были способны выполнить поставленные задачи. Великобритания направила в Кувейт бойцов роты D из 22-го полка особой воздушной службы, который известен под аббревиатурой САС. Основной задачей для бойцов САС являлось предотвращение потенциальных ракетных обстрелов израильской территории ракетами, которые могли быть начинены химическим оружием. Эта операция началась за сутки до дня вторжения, которое было назначено на 20 марта 2003 года. Везде эти знаки понатыканы. Меня не предупреждали, блядь, что в пустыне будет дождь. Я хуею. Кстати, холода обещают ночью. До нуля и ниже. Позади. Тут дорога рядом впереди. Дорога или следы от автомобиля? Ну, наверное, следы тогда. Нет, следы. Принято, кто-то двигался. Как вариант, можно по следам ехать, если они не напоролись ни на что, значит, блядь, чисто. Я бы так и сделал, ладь. Окей. Отмечаю координаты, где закончилась железная дорога. Доложим штаб. Что разведданные не отвечают реальности. Еще несколько следов вижу. Все, тут труба кончается. Но есть знаки мин. Тут кто-то на мине подорвался, блядь. Видели, да? Да. Принято, двигаемся. Я сейчас уточню, кто это, секунду. Тут следы расходятся. Два значка справа мин, по правой дороге следам. И по левым следам нет значков. Я правильно понимаю, впереди развилка, да, следы идут вправо, а другие прямо, да? Да. Короче, иракский внедорожник переехал через трубу, блядь, нарвался на мину, блядь. Чувак к нам сюда приполз, блядь, и здесь, по-моему, сдох. Вот такая с ним история, блядь. А где ты ее видишь? Я у вас, позади, 200 метров. Лаки меня видит, скорее всего, да, Лаки, видишь? А, ты тело видишь, что ли? Да, я тело вижу, возле трубы, блядь, иракский солдат лежит. Он отполз от машины, которая на мине подорвалась, судя по всему, блядь. Пули, у них ПНВ нет ночью, блядь. Вон она, тачка стоит, блядь. Да, понятно. Лаки, ты по какой дороге поедем, как думаешь? Принимай решение. Так, тут поворот направо, и тут еще одна колея налево и направо. Это одна колея, я вижу, идет обратно на юг, а вот это на север, если я не...
Пешка. Ну да. Что стоит? Что там? Я остану вас, Вась, прикрывать. Как принял прием? Стремись на координатор. Дальше дорога идет на север. Есть два объезда слева, справа. Дистанция обоих 100 метров. Также приходит к дороге, ведущей на север. Далеко на севере, свыше километра, видел один одиночный контакт. Раскрылся за горизонтом. Тут лежит вооружение, ящик какой-то. Есть один обгоревший труп в дальней машине. Как думаешь, это иракцы? Я не знаю, по трупу не скажешь. Судя по вооружению, это, наверное, иракцы. РПГ лежит, калаши. Окей, докладываю в штаб. Штаб предлагает двигаться на север. По прежнему маршруту. Заебись, блядь. Какой-нибудь бородавочник, блядь, подловил, блядь, чуваков. И распулил. Может, вертушечка. Впереди 11 часов, дистанция 600-500 метров, стоит подбитая САУ. В задней части что-то типа коста развели, какой-то свет виднеется. Тогда обойди его с фланга слева или справа и посмотри. Я буду тебя прикрывать. Ты элемент движения, я элемент прикрытия. Потому что к нам гражданский идет. Вы не хотите там его пораньше встретить, чтобы он не увидел машины? А это гражданский? Нет, это военный. Тем более тогда. Вооружен? Нет, нет. Мы его не сможем с собой забрать, блядь. Эвакуировать не сможем, блядь. Убивать его? Смотри. На твое усмотрение. Или поехали, пока он до нас не дошел. Поехали лучше. Принято. Уходим. Где пехотинец? Жарит сосиски. Там у него левые гусеницы. Сидит тебе спиной. Надо поехать как можно быстрее его. Принято, ждите меня. Хатар! Что за огонь? Мы подошли к нему, он бросился на одного из наших. Он его пристрелил, как принято. Есть БТР, похоже, БТР-80 стоит за траншеями. Есть наблюдатель в бункере. Дальше тоже непонятное очертание. Предлагаю здесь надолго не засиживаться, пока солнце не взошло. Нам в лицо, а противнику за спину. Я предлагаю двигаться дальше по колье, по одному автомобилю проедем. Вы первые, я через минуту за вами. Глядишь, они не примут наши автомобили за свои. А если мы здесь завязнем и солнце взойдет, то нас могут определить. Ну, окей. Все, двигайтесь, я через... Позовете меня, я к вам подъеду. Далеко там не углубляйтесь. Метров на 300, на 400 отъеду. Жду команды. Еще какая-то техника. Что такое справа? А, нет, ремонтная. Так, колея уходит за окопы. Вы нашли ров?
Прием, вы ров нашли? Мы нашли место, где можно переехать окоп. Окей, я просто даже ров этот не вижу со своей позиции. Переезжайте, я следом за вами пойду. Относительно вас, по какому азимуту двигаться? Мне. Просто по дороге. Координаты переезда 11839. Принято, по колее. Окей. Я тут ровчик, блядь. У нас тут небольшая проблема. Не бери... Блядь, что с вами случилось? Переезжаю, осторожно. Вот сюда, едь на меня. Принят. Вижу. А, пустая вышка была. Ну ты это, а там тросы, тросов нет? Тросы, скорее всего, тоже не помогут. Я даже не знаю, что я. Может, пацанам... Попробую чуть-чуть потолкнуть. Принят. Тяжелое вооружение. Напоминаю, на координатах 2 потерянных автомобиля. 2 тела. Позиция может быть обстреляна крупнокалиберным пулеметом или уже даже занята иракцами, которые могли выдвинуться из ближайшего блокпоста. Парни рассказывают, что одна машина сорвалась и перевернулась, судя по всему. Вторая машина попыталась ее вытащить. Она, скорее всего, была привалена второй машиной, которую пыталась вытащить. Далее они были обстреляны крупнокалиберным пулеметом, начался пожар. Стоп, движение. Сейчас наблюдаю. Давай-ка ее обойдем с запада, как нам и было предложено, или с востока, решай. Но через нее лучше не ехать, мы не знаем, какое там состояние. У нас задача другая, срочно выдвинуться туда и заняться теми автомобилями. Перед нами не ставилась задача уточнять ущерб после бомбардировки. Имей это в виду. Альфа-22, это Альфа-23. Как слышишь, прием. КВ. На связи. С базы докладывают, что для нас готовы подготовить 2 Апачи, американцы готовы выделить. Если нам понадобится в локации, куда мы едем, а поддержка, то можем рассчитывать на 2 Апачи. Как принял, прием. Отличная информация. Их сейчас будут поднимать воздух, и они будут баражировать примерно на 20 километрах южнее нас,
чтобы на ПВО не нарваться. Но по нашему запросу смогут подтянуться. Отбой. Я доложил на базу, что мы в непосредственной близости от определенных нам координат. На 310. Морган, что доложить на базу? Слышь, блин. Идет в вашем направлении. Как слышишь, прием. Альфа. Окей, телами займутся морпехи. Ждем их на вертушке. Давай сейчас посмотрим пока, куда идут следы, чтобы дальше двигаться по следам. Пока вертолета ждем. Отбой. Альфа-22, штаб докладывает нам, сообщает, что мы можем покинуть эту локацию и двигаться дальше по плану. Разведка и наблюдение. На мой взгляд, нам следует двигаться на запад, по колеям, вступающих войск или автомобилей. Как принял прием? Что, спешиваюсь или нет? Морган, если помощь понадобится, маякни, подъеду. Давай, я скажу тебе, скажи. Принято. Машина будет контролировать восточное направление. Следы справа от нас на 3 часа были.
Судя по следам, здесь могла проехать только одна машина. Слишком ровный след, согласен? Да. Будь это колонна или техника какая-нибудь тяжелая, тут было бы больше следов, они были бы шире. Ну окей, двигаемся. Будем надеяться, что это небольшой грузовик со взводом ассасинов. Ассасины быстро превращаются в ассасинов. Тоже верно. Наблюдаем на Азимут 340 грузовик и на 280 палат лагеря. Принято. Наблюдаю. Наблюдаю там на 315 оазис до... Наблюдаю до отделения противника. Кустарь? Внизу, да, там. Морган, я правильно понимаю, слева от нас овраг и оазис. Повтори. Да. Овраг в каком направлении тянется? Северо-запада, в противоположную сторону, юго-восток. Спилберг, давай, выставляй людей вот здесь вот, где мы находимся. Наблюдаешь? Предлагаешь с этой позиции огонь открыть? Да, а мы сейчас обойдем с той стороны. Хорошо, тогда жду команды, когда огонь открыть. Вот, вот здесь вот. Там вот их прекрасно видно. Нихуя тут красота. Водичка, озеро, блядь. Вот там вот. Да. А, здесь палаточки стоят. Так, ну что я отсюда вижу? Если они пойдут на меня, расстреляю. Если они пойдут на противоположный холм, расстреляю. Если они пойдут на тот холм, где мы технику оставили, тогда пулеметчики включатся. Ну окей, хорошо. Мо, вы с собой гранаты взяли, если что? Да. Окей. На позиции прикрытия я и Джеффри. Правый фланг от вас. Мы хорошо просматриваем, насчет него не волнуйтесь. Левый фланг плохо вижу. Аркс и Блюзман, забирайте рюкзаки свои, досматривайте лаги, и я подъеду вам на машине там сверху. Ты в низину спустишься, поэтому моя машина наверху останется. Как принял прием? Парни на борту. Логан, предлагаю убраться куда-нибудь неподалеку, спрятаться и попробовать допросить пленных. Как принял прием? Почему полная машина ходит херня? Практически 4 ФНЗ, ты сидишь и денег, чем банки заведут.
500 метрах отсюда в пещере скат, по словам этого офицера, а примерно в километре отсюда в долине колонна стоит. Акс подтвердил, что она там стоит. Ее разбомбили утром авиация, и они как там встали, так и стоят. А эти хуесоси в оазисе ехали им навстречу, чтобы проезд показать наиболее удачный для техники. А когда увидели бомбежку, остались в оазисе. Как закончите, волоките пленного обратно. База дала добро, чтобы мы его с собой забрали и вывезли из Ирака в Кувейт. Как принял прием? УАЗик едет. Не обращайся на него, все, быстро, быстро. Он меня увидит, я справлюсь. Не разминировать его. Может, тоже как вариант. Да, вертолет посадить к западу от нас, вот на этой площадке? Да. Окей, сообщаю координаты на базу.